Здравствуйте, хороший день. Сегодня нас ждет много всего интересного. Во-первых, это прогулка на велосипедах, фотосессия на берегу моря. Я думаю, погуляем по отелю. Поэтому пора вставать. А пока я готовлюсь к фотосессии у бассейна, посмотрите, как нас встречали в Хургаде. Поселились в один из самых лучших отелей Хургады. Пятизвездочный отель «Барон Палас» Саха Хашиш. Итак, после завтрака нас ждала невероятно красивая фотосессия у бассейна в вечерних платьях. Сменить роскошные платья на кроссовки, как организаторы подготовили для нас еще одно испытание. Только соревновались мы уже не в красоте, а в скорости. Здоровый дух соперничества, конечно же, присутствовал. Каждая хотела победить, ведь по итогу заезда будет выбрана одна победительница, которая проведет целый день в спа-салоне. А после изнурительных тренировок и репетиций отдохнуть и расслабиться хотела каждая. И да, Россия приехала первой. Я первая! На этом приключения в Хургаде не заканчиваются. Впереди нас ждет очередной этап конкурса. Но об этом расскажу в следующий раз. А пока я отправляюсь в спа. Официальный представитель Мисс Экология Вселенной в России – Академия международных конкурсов красоты.